Российские военные поздно вечером 11 сентября нанесли ракетный удар по Харьковской ТЭЦ-5. Об этом весь мир знает, наблюдал. В результате она частично выведена из строя. В МИД Украины назвали это актом отчаяния после отступления на востоке российских войск. Но что еще, по вашему мнению, готова Россия в стадии отчаяния? Вот в этом-то и большая проблема, что мы не знаем, потому что Россия сейчас представлена в лице одного человека, Владимира Путина, который большой адекватностью в последнее время, в общем, да и давно уже не отличается. Поэтому представить себе, на что он способен, особенно в ситуации, когда он, в общем-то, оказывается почти загнан в угол, мы, конечно, не можем. Действительно, ситуация у него для него тяжелейшая. Ничего из того, что он запланировал в этой войне, не сбылось. Или, по крайней мере, большая часть не случилась. Весь мир знает, он не может не понимать, что весь мир знает и понимает, что его вот эти бравые желания и заявление фактически в самом начале, которое он делал о том, что все это там решится в Украине там за несколько дней, ну максимум неделю, что ничего из этого не сбылось. С тех пор ситуация отчаянная для российской стороны и ухудшается, очевидно, мы это видим, и причем быстро ухудшается. Поэтому в ситуации вот этой загнанности такой вообще он способен, наверное, на что угодно. Последние дни вот при каждом практически общении с коллегами, в частности с коллегами из российской оппозиции, в общем, мы как раз обсуждаем то, что может быть там какой-то любой там тактический удар нанесен в результате, потому что он еще человек, еще надо понимать, мстительный, персоналия же играет большую роль, да, характер человека играет в этой ситуации, к сожалению, когда, особенно когда все решает только один человек, характер, его нутро играет большую роль. Этот человек крайне мстителен. Поэтому на что он способен в ситуации вот такой тяжелой для себя, для него, я имею в виду, конечно, вот мы просто не знаем. Что угодно может быть. Действительно, могут быть нанесены удары по каким-нибудь украинским городам, там, тактическим ядерным и так далее. То есть действительно ничего исключать нельзя, поэтому я думаю, что мы все сейчас находимся в таком сильном напряжении.